Горд Ужгум, я, наверное, долго говорить не буду, потому что это более больше важно. Но тем не менее я скажу о том, как это применяется и о том, как надо бы это применять, потому что, например, во Франции врач не может выписать рецепт, он может его знаете, да? Ну знаете, правильно? Не, знаете? Так это 1/3 автомобиля. Все, и вот вам цена. Если без обиды, самогонный аппарат похож. Так он и есть самогон. Это и есть самогон, на теплонасосе, да? Да. Чего говорите, что-то, блин, 100 рублей водка или 10 рублей водка в бутылке. Да. Пересчитываем теперь. Все правильно. Все правильно. Самогонный аппарат. Отлично. Даже двух самогонов. Две степени испарения. Там испарение и там испарение. Вкусно получается? А еще не знаю. Еще заряжали не еще? Еще не пробовал. Вот. Двойная перегонка. Напишите, двойная перегонка, как слеза, и все. Инвестиции будут, и тогда... Инвестиции сразу пойдут. Только... Сразу будет понятно. Вы написали турбинный преобразователь энергии среды. Супер самогон. Так а в чем эффект? Ну это двигатель, да? Или что это? Это электростанция. Электростанция. Чего это... потребляет? На чем? Какое топливо? Теплая вода является топливом. Угу. Сколько теплая градусов на входе? От 10 градусов на входе. От 10 градусов на входе. То есть проточная на выходе. Вода. Проточная вода, речная, речка. В речку кинули, и вам электроэнергии на весь поселок. А мощность? А мощность это 100 киловатт. Надо, мегаватт можно сделать. Сколько вода на входе, температура, сколько на выходе? 10 градусов, от 10 градусов. Простая вода. А в зависимости от того, какую вы мощность снимаете. Вы снимете 1 киловатт, значит, со 100 литров у вас температура упадет на 1 градус. Вы начнете снимать 1000 киловатт, так. У вас вода замерзнет. А ну, если, то есть, все. А энергия... если на выходе отопление? Да без проблем, господи. А от 10 градусов, если у вас выход отопления 35-40, там, да ради бога, сколько хотите, столько получать электрическую энергию. Преобразовывать тепловую энергию? Тепловую. Тепловую в тепловую? В электрическую. В электрическую. А электрическая у вас расходуется в тепловую. Это замкнутый круговорот энергии. Практически вечный двигатель. Практически замкнутый круговорот. Если теплая вода на халяву, например, то вечный двигатель. Если теплая вода на халяву, то гейзеров давно получают будет... электричество, но там перепад достаточно высокий, здесь перепад на 1 градус.
И она уже работает. Да, здесь перепад. Не, не на 1 градус, а 2-3. Вот. Ну, нужно иметь какие-то определенные термодинамические там сопротивления для того, чтобы энергия перешла на другую сторону. Это естественно. А если кратко? Противоточные теплообменники имеют теплоперепад там 2-3 градуса. А ресурс какой? Ресурс, ну, можно на 10 лет ее закопать в землю, и она будет вам из земли выдавать электрическую энергию. А что расходником что является? Да ничего, расходником не является. В круговом цикле замкнутом циркулирует фреон, как в вашем холодильнике, как в вашем кондиционере, в автомобиле. Какие проблемы-то здесь? Фреон тоже там срок там, 5-10 лет. Если что ему портится? Даже при герметизации. Конечно. Кстати, запаянный холодильник у вас 30 лет может работать, и вы не загрязнете. А можете кратко вот рассказать, что здесь из чего состоит? Ну, вот это генератор, да, с тремя? Да, это то есть трехфазный генератор. Да? Турбина стоит. Да, турбина, получается, работает под низкой температурой, но на входе и на выходе там, на входе повыше, на входе повыше, на выходе пониже, правильно? Конечно. Разница давления вход создает вот здесь, или работу. Испарение. Разница давления создает работу. Испаритель, да? Ну, это не испаритель, это турбина. Вот он, испаритель. Вот турбина, получается, сюда вход, крутится, выход, выхлоп вот сюда, выхлоп, конденсатор, а потом идет вот сюда. Тепловая электростанция, а здесь, получается, обмен с водой должен осуществляться. Нет, вот там обмен идет с водой. Не обмен, я имею в виду фреон с фреоном, так, непонятно. Вот сюда, сюда поступает, да, ну, в сырье, условно говоря, потом оно проходит, оно должно, по идее, нагреться, так? Вот это, которое поступает, пар, он охлаждается и конденсируется. Дальше а вот он... этот пар нагревается, нагревается и компрессором подается на вход турбины. Все, компрессор. Это тепловой насос. Понятно. Это именно компрессор. Это у нас тепловой насос, а это у нас электрическая станция. Обменной водой делать. То есть, где в холодильнике морозилка, там у вас вода подается. Компрессор, получается, подает фреон в генератор, да, а КПД, увеличение КПД, ну, условно 100%, а здесь получается условно там 120-130%. Прибавка процентов получается из-за температуры. Конечно, то из-за того, что мы вот эту тепловую энергию с конденсатора не выбросили, да, а направили опять на турбину. Угу. Так. Дополнительно готово к производству, нужно инвестиции. Дополнительно еще охлаждаете сам компрессор, да? Да, дополнительно. А и с этого снимаете еще мощность, да? Получается тепловую. Да. А, так, ну я здесь вижу вот этот двигатель. Циркуляционный насос. Циркуляционный насос клапана. Здесь один. Так, здесь два контура, да, или даже три. Я не очень могу понять. Вот это вот что? Ну, это теплообменник входной тепловой энергии в энергию. Сюда вода. Сюда вход. Сюда вода. А выход? А выход вот сюда вот. Теплосчетчик просчитывает. Ага. Выход вот сюда. Получается, там обменялись, нагрели, вода охладилась. Пар пошел. Так, сюда вход, да? Да нет, вот отсюда сюда. А, стрелка. Сюда выход, да? Вход. А вход, вот он вход, вот. А, вот. Жидкий вход. Маленький вход. Большой выход. Да. Идет сюда. Вход жидкий, фреон, а выход парфреон. Так, по идее, должно идти вон туда.
А здесь какой-то малый контур напрямую сразу. Да. Это если перепад температур достаточно большой, компрессор можно вообще не включать, например. Нет, компрессор все равно включать нужно для того, чтобы он создавал разрежение в конденсаторе, для того, чтобы была конденсация. Обязательно. А если это открыто? Этот контур будет работать. Вот в данном случае открыто, получается, компрессор это, будет... Это для стартерного пуска. Это система стартерного. Понятно. Пуска. То есть он, ну, что ему трудно запуститься поэтому... Да. А ты где постоянно работаешь? Да. Или добавляет? Гоняет. Или поддерживает давление? Он поддерживает разность давлений. Функционный насос всегда поддерживает разность давления. Гоняет... Постоянно? Или когда там датчик давления? Ну, если мы обеспечим выход этого циркуляционного насоса демпфером, емкостью, демпферной емкостью, он тогда может периодически работать. То есть задача поддержать определенное давление? Задача поддержать давление, да. Так, вот скажите показатели. Получается, у нас, условно говоря, на входе там вода, пускай там 30 градусов, а на выходе у нас, ну, пускай 20 градусов охладится, да. Например. То есть это, ну, реально, да? Да. А потом надо электричество подвести на насос. На старт нужно подвести электричество 15% от вырабатываемого электричества. Если мы на генераторе вырабатываем 100 кВт, значит 15 кВт надо из сети стартануть. Стартанули и все, потом и отключились. Все, ну, стартер у вас. Да. То есть получается... Раскрутили вы его до рабочих оборотов, и все, и уже он... Хорошо, старт, значит, не учитываем. Раскрутили, все работает, значит, трехфазный ток мы получаем, мы его преобразуем в 220 и дальше питаем, собственно, двигатель, и она замкнутая система получается. Она сама себя крутит, и можно с нее снимать еще дополнительное электричество. Вот сколько при перепаде, пускай 10 градусов, да, там 100 литров пропускаем, а сколько можно получить электричество? 1,7 киловатта. Вот этот образец? Да, вот этот агрегат выдаст 1,7 киловатта при пропуске 100 литров и разнице температуры 10 градусов. Слушайте, отлично. А где вы раньше были? Температура 15 градусов. Где я раньше был? Изобретал, делал. Вот эти вот контакты, правильно? Да. E-mail. Сайта нет, ну, да? А что вы представляете себя? Какой у вас здесь вопрос и интерес? Вы что, денег можете мне дать или отнять от меня деньги? А вам... А? У вас есть деньги, чтобы их отнять? У меня есть идеи, которые можно отнять. Самое главное – это сделать. Да, ну и что, помогите. Что представляете себя? Ну, у нас сообщество людей. Очень интересно. А вот, например, Ступино, есть производственные мощности. Можно там предложить? Во-первых, там экономическая зона. Я сам Домодедово и Ступино знаю, экономическую зону знаком. Да. Вот. Можно. Там есть студенты, которые тоже заинтересованы в всяких таких инновациях. Люди у нас там, клуб инноваторов. Во-первых, выступить, рассказать. Ну, во-вторых, видео я, собственно, покажу, и это уже будет очень интересно. Вы в Домодедово, да? Да? То есть можно приехать, пощупать, посмотреть? Ну, вот щупайте, смотрите. Ну, так, и получается, можно уже производство запускать? Через определенное время, допустим, там, ну, максимум 9 месяцев, но не от меня зависящих обстоятельств, не от меня зависящих. Вот, к примеру, сюда инвертор необходим обязательно и обязательно жидкостного охлаждения. Для того, чтобы он был в 5 раз легче и для того, чтобы не тратить электричество, энергию. Раз он герметичный. Под землю можно или под воду. Вот, чтобы тепловой сброс этого инвертора, его КПД, как говорится, сброса, можно было направить на выработку электрической энергии обратно, на рециркуляцию, понимаете? Жидкостное охлаждение. На рекуперацию. Ну, да, на рекуперацию, да. Хорошо. Ну, в принципе, пока можно этого не делать? Или у вас испытания проходили именно с жидкостным? Как этого не делать? Ну, давайте... Это же упрощается сразу же, система. Конечно, во-первых. Конечно. Вот. Вот. И КПД увеличивается сразу. Совершенно верно, да. Человек, вот он продумал... Инвертор, да. Вот. Я продумал только жидкостный инвертор. Мне говорят, давай воздушный поставим.
Я говорю, слушай, у меня установка 100 килограмм весом и вырабатывает 100 киловатт. Вы хотите мне инвертор поставить весом 100 киловатт, вот, который просто инвертирует. А я возьму от Приуса инвертор на 50 киловатт, он весит 13 килограмм жидкостного охлаждения. Зачем мне ваш инвертор 100 килограммовый? На воздушными радиаторами, с алюминием, там совсем там прочее. Вопрос цены и прочее. Ну ладно, это в общем рассматривать все можно, а получается необходимо производство, да? То есть деньги нужны, собственно, для того, чтобы вот это закупить. Часть выполняется уже потом вручную, так понимаю, ну, естественно, да? Трубки, это все производство, все оно все, да. Есть, и это можно закупать. Ну, естественно. Оно, скорее всего, стоит так, не каких-то огромных. То есть основное здесь это именно интеллектуальный вклад, как это сделать, да? А сделать я это уже скажу, второй вопрос. Я вам скажу, сколько стоит. Здесь, в этой информации, четко и ясно написано, что времени нужно 9 месяцев, и это стоит 5 миллионов рублей. Вы хотите мне подвести на 100 тысяч? Сделайте за 100 тысяч. А 5 миллионов нужны на что? Куда вы их тратить собираетесь? Ну, вопрос действительно некорректный. Почему? Знаете что, я подошел в институт и говорю, в институт к ребятам, значит, которые производят там электродвигатели и все прочее. Я говорю, ребята, мне нужен вот электродвигатель, двигатель генератора с магнитными, значит, с постоянными магнитами и там все прочее. Вот. О, да это разрабатывать нужно, это коллектив кормить нужно, это налоги нужно, это зарплата нужна, ну это миллиона два. И времени, я говорю, а времени поджимает. Они говорят, не, ну, хорошо. А за если... год мы не сделаем. А если это есть... знаете русскую пословицу про этого, как я, когда приехал барин и говорит, сколько будет там телегу отремонтировать, если один, могу за один, а если вас двое? Ну, если двое, так то за неделю. Да. Ну, трое еще хуже. Да, да, да. На троих сообразить. Так, хорошо. То есть, получается, нужны люди, да? Люди не нужны. Ну, нужны деньги и время. Деньги на что? Деньги на что? Я вам объяснил. И объясняю дальше. Давайте. Что я пришел в институт и говорю... То есть, вам нужен институт? Нет. Вам нужны деньги, чтобы прийти в институт или что? Да, мне нужны деньги так, для того, хорошо. Чтобы заказать работу если, в институте. Если я говорю, что институт даю, вам в этом случае деньги нужны? Кто дает институт? Какой институт? Вам какой нужен? Вы скажите, что нужно. Мне нужно три института. Три? Первый какой? Институт, электротехнический, там, Владимирский институт, который занимается разработкой, значит, этими вот, испытаниями, разработками, и будет мне делать два года этот генератор, ага. Вот, на электромагнитах. Второй институт мне надо, Курский, значит, электромеханический завод, который делает инверторы воздушного охлаждения, а я им закажу инвертор жидкостного охлаждения, ага. И они будут делать два года и запросят с меня миллионов пять за этот. И мне этих 5 миллионов не хватит, извините. Так, хорошо. А то как есть... мне выйти из этого положения? Очень просто. Приходите к ним, говорите, так, давайте сделаем, долю даю. Они скажут, слушай, если им, поймите, погодите, если... Они скажут, ты не смейся над нами, нам поймите, нафиг не нужна если... твоя доля, нам нужны деньги сейчас. Понятно, если нужны деньги, пошли нахер. Все, сразу. И понимаете? Ну, слушай, я поймите. Так в этом случае в 30 институтов проеду и ни одного не найду для исполнения поймите, работы. Огромное количество людей, которые реально хотят делать. Им необходимы знаю, нормальные... Знаю. 5 лет реально я встречаюсь с людьми, которые хотят делать, но никто из 5 лет, из 200 человек, производственных, бизнес, банковских, фондовых структур, никто из них не захотел вкладывать деньги на 3 года вперед. А деньги не будут вкладывать, я еще раз повторяю, денег нет, не дадут. Дадут оборудование, дадут станки, да дадут, дадут людей. Да не дадут оборудование, никто вам еще не даст раз, оборудование бесплатно. Есть завод, да, ну. В Ступино. Пожалуйста, скажите, что да нужно. Да я приезжал на ваш завод в Ступино. Чего говорят? Я приезжал на завод в Ступино и говорю, мне нужно заказать изготовление да. Турбины. Да. Они говорят, у нас заказы на индивидуальное изготовление турбин, во-первых, не принимается, а во-вторых, это для тебя будет очень дорого стоить. Я так, не только туда приезжал. Давайте по-другому. Давайте так. А технопарки, вы знаете такого сетка технопарки? Знаю. Вы знаете, как они работают? Не знаете? А я знаю. Я тогда там тоже был. Я говорю, мне нужно
турбинку на пятикоординатном станке сделать. Они говорят, мы одну турбинку тебе делать не будем. Вот заказ на 100 штук на 5 миллионов мы выполним. Понял. Теперь так, приходим... Вы еще молодой человек и... Я понимаю, да, еще зеленый и все прочее. Давайте так, приходим к губернатору там Ступинского, значит, района, говорим, хотите производство, хотите налоги, необходимо сделать то-то, то-то. То есть необходимо просто попросить выполнить турбину. Это сложно, естественно, кто-то должен за это заплатить. Для этого есть гранты. Вы не смейтесь, это реально. Реально? Да. Хорошо. Вот да. Фонд содействия. Дадут тебе фонд 10% от гранта. Фонд содействия развития. Видите, фонд содействия развития. Вот. Я в нем был 12 числа и представлял вот эту вот разработку свою. Что сказали? На экспертном совете. Так. Они, знаете, что сказали? Ты нам коммерциализацию дай. Понятно. Ты дай нам коммерциализацию. А разработку нет. Я говорю, ну у вас же 1.5% идет этого, как я, госбюджета из науки именно на ваш конкретный фонд идет. На научно-технические разработки. Ну, извините, мы... Этого фонда очень мало. Теперь смотрите. Естественно, это должно быть выгодно. То есть, если там надо закопать, не знаю, 1.5 миллиарда, а потом с этого получится там эффект 100 тысяч, делать никто не будет. Вот на производство, понятно, что это опытный образец, это пока дорого. Необходимо сначала составить проект, сколько это будет стоить в производстве там каком-то серийном, там мелкосерийном, неважно. А посчитать окупаемость этого дела, если она даже за 10 там, лет окупается, нормально, можно делать и продавать, это уже коммерческий продукт. Я понимаю. Под коммерческий продукт уже инвестиции... Это называется бизнес-план. Бизнес-план, нет, правильно. Бизнес-план, правильно? Вы когда мне дадите 200 тысяч на бизнес-план, чтобы я его заказал коммерческим структурам? А надо конкретно коммерческую структуру? А кто вам самому делает бизнес-план бесплатно? Самому. Самому? Да. Хорошо. Я сам сделаю бизнес-план. Я на него затрачу 2 месяца жизни. Да, вот. Именно. 2 месяца жизни я буду писать эти бумаги и потом приду туда, где этот бизнес-план, и скажут, слушай, что ты этот бизнес-план принес? Это не такая формула, это не такой график, это не такая раскладка. Хорошо. Вот у них закажи бизнес-план тогда. Не надо заказывать бизнес-план ни у кого. Деньги платить не надо, а необходимо просто-напросто найти заинтересованных. Вы что, бесплатно живете? Пока да. А? Да. Ну, поймите, для того, чтобы кушать, мне рубли не нужны. Для того, чтобы дышать воздухом, мне не нужны. Святой человек. Поймите, рубли нужны для того, чтобы приобрести то, что нужно. Если вы приобретаете напрямую без рублей, то эти промежуточные механизмы уже становятся не нужны, понимаете? Понимаю. Теперь давайте так, то есть вам нужен бизнес-план, поэтому вам нужен человек, который этот бизнес-план может написать или подсказать, как его написать, написать правильно. Правильно я понял? Угу. То есть необходимо этого человека. Понял. Хорошо. Не примут вас бизнес-план от чужих.